Во дворе дома номер 20 по улице 2 Дачная спортивная площадка стоит уже больше 10 лет. Каждый день здесь играют ребята из окрестных дворов. В июне над площадкой нависла угроза. Мэрия собирается демонтировать ее в ближайшее время. Все началось с того, что жильцы просили городские власти отремонтировать площадку, покрасить и уложить на землю специальное покрытие. Ответ не заставил себя ждать. В письме из администрации отметили, что произвели инвентаризацию всех спортивных объектов города. Выяснилось, что эта площадка находится в охранной зоне водоканала. Под землей пролегают трубы. Из-за этого прорабатывается вопрос о демонтаже спортивной конструкции. Жильцы и совет дома, мы думаем, что... Ее просто уберут, она на месте ничего не построит. То есть вот по причине того, что близко коммуникация от водоканала. Жители боятся, что на месте площадки сделают парковку, а детям негде будет играть. Городские власти успокаивают, мол, прежде чем снести площадку, придумают, как ее заменить. Комитет прорабатывает вопрос, а какое же оборудование в случае демонтажа мы туда поставим. Либо это, например, крытый комплекс тренажеров, как мы видим по городу, либо это какие-то турники для ребят, для воркаута и так далее. Надежды на то, что мэрия согласится сохранить спортивную коробку, у жителей мало. Турникам или тренажерам будут рады, но не взамен футбольной коробки. Двор здесь большой, может, найдется место, где поместится площадка, не нарушая охранную зону водоканала. Вопрос пока без ответа. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.